я думаю, что я больше за вот этот антураж, за вот эту визуальную часть этого праздника. И, честно говоря, не помню его корни совершенно, скажем так, я помню его корни, но совершенно меня они как-то глубоко не настолько не тревожат, чтобы я там прям религиозно верила в этот праздник, любила его. Но вот эта антуражная часть на самом деле бывает очень интересной. Приглашают на различные вечеринки, то есть какие-то заведения, друзья, знакомые. В частности, в нашем караоке мы тоже будем делать Хэллоуин вечеринку. И бывает интересно очень посмотреть на людские наряды, как люди интересуются, ну, как они себя выражают в этом всем, в этом наряде, в образе, как они готовятся. У меня друзья доходят до того, что они там за годы шьют, готовят костюмы, добывают их, откуда-то везут. И вот эта визуальная часть меня больше всего радует в этом празднике. А на самом деле безобидный праздник, абсолютно позитивный. Я считаю, что в нашей жизни как можно больше было бы праздников. И чем больше, тем лучше.